Пропагандируют трехязычие и в одной из столичных лечебниц. Городская больница номер 2 несет ответственность за медобеспечение гостей Экспо. По словам главврача многопрофильного стационара Ивана Ли, учреждение претерпело серьезные изменения. Прежде всего, это касается структуры приемного отделения и блока неэкстренного обращения. К примеру, введена электронная система регистрации пациентов и оформления истории болезни. С момента начала выставки лечения в больнице получили больше 200 иностранцев. Для преодоления языкового барьеров. Штат наняли переводчиков. Сейчас в дежурных бригадах работают люди, свободно владеющие английским, турецким, арабским и китайским языками. Была внедрена так называемая триаж-система, и все пациенты были поделены на три основных потока – красный, желтый и зеленый – по экстренности оказания помощи. Внедрение этой системы, конечно, позволило нам упорядочить и уйти от кабинетной системы обслуживания больных, а прийти к тому, чтобы пациент, который появляется у нас в приемном покое, получил максимально помощь, в том числе лечебно-диагностическую, на месте.